Здравствуйте, друзья, с вами Наталья Герезудинова и мой канал «Делимся опытом взаимно». Сегодня хочу показать, как растут у меня сумасшедшие вишневари. Сажаю их первый год и ничего про них не знаю, но хочу сказать, что растут по-сумасшедшему, если вот вы видите, вот с самой нижней кисточки, там вот уже они такие желтенькие, поспели, здесь начинают поспевать. И главное, что как они растут, господи! Вот до самого верха, и дальше, и вон до самого там верхушки. И везде все вот так цветут, растут действительно по-сумасшедшему. Их надо было посадить мне вот сюда, вот в первый ряд. А я здесь посадила вот мечта Алисы, у меня оранжевая ягода. А они вот на втором ряду, на втором порядке, как бы вот в этом коробе сидят. Ну и они закрыты полностью. А здесь им нужен все-таки простор. Я их неправильно посадила. Но буду знать. И вы знаете, вот так вот они кистью вот такой цветут. А на кисти вот уже эти листочки. И даже бывают пасынки. И от этого это все так... усложняет, между прочим. В общем, кисти даже как порой не доберешься до кисти. И вот там все они по-сумасшедшему цветут и выше. В общем, вот такие они сумасшедшие вишни-бари. Ну, сколько? Здесь, я не знаю, грамм 20, если будет вот такая вот ягодка, просто как виноградинка. Ну, вот сейчас положу. Вот виноградинка просто. Ну-ка попробуем ее. Ну, не кислая, конечно. Ну и не сладкая, как мед. Так, средняя. Может быть, еще все-таки она не выспела хорошенько, но вообще-то я кушала, она мяконькая, такая, вроде спелая. Но бы я не сказала, что вкус там прям совсем отличный. Ну, они так достойны внимания. Они такие интересные, смешные, такие обильные. Это же какой-то кошмар. Вот. И все вот в этих ягодках, и все в ягодках. И все в ягодках. Действительно, как виноград. Вот только тронула уже сразу вот отпали. Вот такие вот дела. Вот такая вот у меня появилась сумасшедшая вишня. Ну, оправдывает свое название. До свидания. С вами была Наталья Герезудинова.